26 июля. Вот мы подъезжаем к первому мостику в поселке. Что, разворачиваться? Да. И вот за этой кучей вывалить надо будет. За этой, вон туда? Да. Я выйду. Выйди. Техника, конечно, старая. Хоть такая, то слава богу. Вот вода поднялась, даже здесь вода стоит сейчас на траве. Видно. Разлилась. Тянуть вообще велосипед. Там камни там. Вот открылся блок задний. Все? Ну да. Сейчас соромку освободим дорогу. Ага. Поехал, аккуратней. Затормози, пускай. Лучше такие каменюги не грузить, чуть борт не оторвало их. Да ты чё? Да. Вот эти вот здоровые, которые у нас. Они были наверху потом. Давай, освободим дорогу туда, скинем. Угу.
Я застряну здесь. Здесь он это утоптал, несколько раз ходил, камни втаптал прямо туда. То есть я вот сюда, вот на краешек, если попаду, я могу не выехать. Убрать маленько, а потом разверни машину сюда, лбом. И проедешь. Иначе, конечно, давайте я, а вы поснимаете. А? Давайте я. А все, тогда вы сняли. Выключи. Выключай. Ладно.